Так, ладно. 2 минуты, я думаю, потерпит. Короче, я тут бегаю, фарплюсь, зарабатываю разные штуки. А оказывается, спидран по игре, как вы думаете, сколько? Сколько? Правильно. Идите, он провисает. Но это... Вот как вот эта фигня установится. 33 секунды, смотрите. Это будет следующее, что я попробую запустить. Да, интересно. Тут есть какие-нибудь секреты? А, оказывается, спидран по этой игре всего лишь 18 минут. 18, мать его, минут. О! Клоуна. Так, что он делает? А, наносит метки, посмотрите, и метки производит взрыв, который наносит магический урон. Ну, прикольно. Так, что ты мне дашь? И я так понял, все-таки смена персонажа здесь довольно приятная вещь. Урон от ловушек. Кстати, урон физический. Потому что все-таки надо качать. Надо правильно понять, как билды строить. Потому что я иногда билды неправильно строю, и фиг знает, что из этого выходит. На. Че, приятно, да? Он так прикольно бегает. Блин, я не помню третью форму, я его видел. Хе-хе, лошара. Нет, я, конечно, чувствую, что мой уровень в этой игре растет, но его недостаточно. Потому что... Враги сильные. Вот эта обезьяна мне вообще не понравилась. Как-то я качал, не качал, вообще разницы нету. Потому что она какая-то... У нее способности слабые, а тут если у тебя слабые способности... Нет, у нее способность сильная, не имеется в виду, а уешно слабые. То есть мне нужно нажать клавишу вниз, чтобы поставить копию, одновременно еще правильно ее поставить, чтобы она била. Ни о чем. А, вы мне жизнь отняли. Ну ладно, будем разбираться. За 18 минут это терпимо. Ну я за 18 минут это не пройду, но там чувак проходил с этой с фигней с собачкой, которая оборотень. А я кто? Скорость, да? Не. Мне надо 30-ку набрать, сколько я помню. Приятно, да? Просто местами здесь все-таки урон по толпе нужен, потому что финальный босс, он там толпу спамит, и чем больше врагов рядом, тем лучше. Ну, в смысле, до которого я дошел, до вот этого епископа, что это такое, повышает шанс критического удара, пофиг, пусть будет. Этого ничего нет, я у него по возможности все скупаю, это стать слизнем, не хочу, бесполезная вещь, если честно. О! А, блин, зачем мне это не нужно было? При использовании ночного меча активируется гармония, то есть если я гармонию еще найду, она будет хорошо. Скрыть перезарядку навыка. Вот это хорошая вещь. Давай возьмем. Потому что навык перезаряжается, а мы становимся сильнее. Кого ты мне дашь? Толстика. А, это слабый ты. А черт, не так большой. Что, неприятно, да? Что мне тут слизь тоже? Скорость. Нет, ломай. Пока мне нужны больше черепки. Сколько мне надо? 30, черт. Ты какого черта в меня попал? И очень нужно, чтобы когда ты прыгал, была стрела. Это прям must-have-ная вещь. Потому что...
это доп урон, и он очень нужен. Всегда нужен доп урон. А если еще прокачать, чтобы я летал влево-вправо, чтобы вообще мы не могли попасть в следующий огонь. Конечно, я все равно периодически в нее поигрываю, чтобы типа прокачаться, прочее. Потому что тут мне надо 20 тысяч где-то набрать. Где я наберу 20 тысяч, я в душе ниче. Ну, чтобы этот замок прокачать, потому что... Либо это просто так вкачиваешь бесконечно, и это просто обман какая-то. Типа, качай, качай, сейчас. Сначала 1000, потом 2000, потом 3. А потом 1000000. А, это черепок даст какой-то. Ну, походу, я все черепки открыл. Так что меня особо не удивишь. Здесь есть хорошие персонажи. Есть такси. Не, если бы я этого не нашел клоуна, да, я бы взял, наверное, замороженного. Поскольку я нашел клоуна, мне, в принципе, без разницы, что это. Грифон. Бесполезная тоже вещь, вообще бесполезная. Меча света нету. Рыбки создают магическую массу. Бесполезно. Повышает скорость накопления силы. Вот это я не понимаю, что это значит. Вот хоть убейте, не понимаю. А, ладно, ладно, походу пока ничего из этого не нужно. Жизни походу восстановлю, так что. Еще неприятно, да? Мне тоже неприятно. Блин, где черепки? О! Шумерская статуя, только сейчас я заметил. Я ж говорю, жизни найду. Кость какая-то физическая, не помню для чего она. Что она дает вообще? Увеличивает урон от следующей атаки на 20. Каждый зависит количество имеющихся черепов. Силы. Бонус к урону может увеличиваться. О. То есть, типа, если один череп силы, то у меня урон 40. Если 2, то 80. А если 0? Секунду.
окна, у него также окна. Я так понимаю, да? Но если она отошла, то возможно там еще какой-то пошел. Просто думаю, что еще надо. Ну почему я говорю, да, так что еще давайте еще это много передачи за долгие получается. Давайте. Так, пардон, да, звонки, как всегда, вовремя. Ай. Чё ты попадаешь в меня? Тайминги, отстой вообще. Сейчас играл в Сыны Рима, или как она там называется. По таймингам, конечно, отстой вообще выходит. Ну, по идее, она не сложная, эта игрушка. Ай! Ай! Собака. Много мне на коц. Плохо сыграл с ним. По идее, его можно пройти, вообще не получив урона. По идее. Что это такое? При смене черепа увеличивается магическая атака на 60. Сомнительная вещь, почему я не хочу менять череп. Но, возможно, это единственный шанс. Если у меня был бы другой череп хороший. Но при смене черепов я очень сильно теряюсь. Я пока только к одному более-менее привык, и то клавиши путаю. Оглушением, да? Так, мне теперь надо набрать 100. Так, кто у нас здесь? Лучник. Лучника я качал, если честно. Слабенький тоже какой-то выходит. Возможно, у него другие способности есть, которые делали бы его сильнее. Ай-яй-яй. Конечно, метание ножичка в такси. Что это? При смене навыков, при использовании навыков, конечно, сбросит на перезарядку. Отлично. Вот, видите, он такие вещи продает. Я хочу их купить, а не могу. О, солнечный меч. Кость мне не нужна. Все, теперь у меня есть гармония. Потому что вот эти две вещи идут в скопе. Гармония, на физический урон, магия каждые 10 секунд увеличит физическую атаку. Видите? Это хорошо. А это фигни, у меня нету денег. Пип-пип-пип-пип. Он хорошо бьет, в принципе, по массе. Но насколько я смогу пройти боссов, я не знаю. Но первого босса я уже легко прохожу. Вот второго сестер немножко сложнее. Гидру
Еще сложнее. Там, если я уже жизни потерял, то шансов нет, потому что всегда был запас. Или хорошие способности. Точнее, квитэнсенции. У меня же квитэнсенции нету. Да как так-то? Надо брать любую квитэнсенцию. Потому что квитэнсенция это прям must-have-ная вещь. Часть урона прям большая. Уничтожить. Ну, пошли сюда. Черт. Потерялся. Что ты мне дашь? Магический урон не нужен. Мне же все физически, да? Вот после этих гадов я смогу зайти. Что за здрасте? Надо одного пока расфигачить. Ай, черт. Черт. Минус. Фух. Опасно было. Есть квитэнсенция. Метательное копье, блин, но... Раздолбать череп важнее. Мне 100 надо набрать. Где я 100 найду сейчас? А, все. Больно. Вполне может быть полезная штучка. Смотрите, тут смайлики меняются. Если до этого у него был радостный, то теперь он грустный. Давай, пошли сюда. Ну, в смысле, он нейтральный. Ай. Черт. То, возможно, следующий этап, если мы прокачаемся. Если я доживу, конечно. То у него он станет более радостный. Давай. Так, что здесь у нас во время нормально запускать сюрикен, физическая атака, слабое место и погоня. Снижает урон от ловушек. Вот это как бы полезная с одной стороны, но мне она никуда, я не хочу череп менять. Еду взяли. Огненная буря взяли, хоть что-то. Здесь много чего хорошего. Но пока не до этого. Что это такое? А, да, хорошая вещь. Ну, урон у нее хороший в замкнутом пространстве. Мне сюда надо. Вперед, 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 вперед. Доп урона-то хорошо. Это прям отлично. Ты нашел где зажечь, а? Не, ну вы видели, что он творит?
Давай, давай. Что происходит? Я вообще не вижу, где я. Так, ну жизнь у меня более-менее полная, но пока еще радоваться рано. Джин, как бы, с одной стороны, прикольно, у него есть урон, который помогает ему, так сказать, долбить. Фак. Давай. Сейчас мы должны этих сестер напинать. Ух ты, что-то мощное. Что это? Увеличенный наносимый сзади урон на 40%. Все под вопросом. Мне все нужно. Повышать скорость атаки, скорость движения на 10. Давайте крит. Крит нам, ладно, не так важен. Потому что урон сзади, возможно, как раз пригодится, если я буду этих сестер бить сзади. Дайте. Блин, я так долго прохожу эту игру. Чувак уже должен был ее закончить. Блин, у меня нету стольника, черт. Я хочу видеть клоуна следующего уровня. Собака, я же не вижу, когда ты бьешь. Фак. Че, все? Ох, мать моя. А черт. А! А-а-а. Есть. Как же это сложно-то было. Интересно, мне жизни дадут хоть чуть-чуть? Дайте жизни. Вы еще, блин. Почему дали это? Почему не череп? Мне еще 40 черепа надо. 30, 32. Чтобы вот эту фигню прокачать. Ты что-нибудь мне дашь? Нет. Берегись голема. Да знаю я. Их просто очень много, я не успеваю заметить их. Дайте череп.
собаки. Блин, как же аккуратно надо играть-то. О! Черт, все хуже и хуже. Ускорять перезарядку конденсенции на 50. Сердце. Где-то есть руины, да? Вот они. При получении удара производит взрыв случайным образом. Блин, где мне найти еще чуть-чуть? Не могу, что это? Мастер оружия нет. Спринт нет, монотех нет, молния нет, жизни было бы хорошо, но некуда. На-на-на. Кто такой вообще? Блин, кто-то остался. Череп. Мне нужен хороший череп. И желательно до босса я хочу увидеть... чувака, потому что потом шансы, вы видите, у меня уменьшаются. Геометрическая прогрессия, блин. Блин, это слабенькие. Почему-то здесь есть. Натяна. Ну, которая глушит, она довольно хорошая вещь. Ну, выглядит, по крайней мере. Чё, и всё? Нету ничего, да? Нет, не хватает. Всё, следующий уровень — это босс. Ах ты ж гад. Просто помрите. А если босс будет, то шанс, что я его выиграю, очень маленький. Я хочу увидеть этого клоуна прокачанного. Для этого мне нужно еще где-то 10. На, босс. Можешь повышать скорость пропорционально потере. Возможно, пригодится. Черт, это отстой. Еще все атакующие, ну блин. Что происходит? Фига себе, но против толпы-то он справился. Есть! Без разницы, ну-ка. Он, по-моему, будет на шарике, да, если не ошибаюсь, или нет? Или я его не видел никогда? Давай, сверх череп, ба-бам! Нет, такого я не видел. Что он делает? Оставляет метку, посмотрите, метки наносит магический урон. Что? Магический? Блин. Нормальные атаки дают 30, бросить 2-3 ножа. Клоуны. А чё я везде физическую качал? Да что, босс. Ладно. Как?
Ты странно прыгает. Я не вижу слишком большой экран. Но против толпы хорошая вещь. И взрыв мощный. Но против толпы хорошо. Плохо дело. Это тоже, да, все черепочки-то хорошо. Получи, тварь. Они с расстояния бьют, мне вообще пофиг. Проблема, что все взрываются. Ты что, на шпагат садишься или нет? Походу. О, вот это вот must have. Must have, must have, must have. А вот вместо чего ее взять бы? Снижает урон от ловушек, увеличит магическую атаку на 35. Давайте увеличивает урон сзади, я, в принципе, им не так же часто пользуюсь. Здесь бесполезно. Что, что это такое при победе над боссом? Увеличит магическую атаку на 25? Блин, ну это вначале надо было. Блин, все хорошее и ничего не нужно. Да ладно. Вот эта вещь может мне очень хорошо помочь при борьбе с боссами. О, я тебя даже не заметил, пардон. Но мне надо чего-нибудь, что ускоряет скачок, тогда да, будет хорошо. Что это? Такое. Давайте возьмем кого-нибудь еще прокачаем. Яд! Это было глупо. Красиво просто. Почему он так стоит? Мне это бесит. Ай. Фак. Не, ну на шпагате скачется. Может пригодиться. Уйди ты от меня.
Что ты мне дашь? Давай! Дай что-нибудь хорошее. У меня есть такое. Так, сейчас скоро должна быть эта гидра. Ты умрёшь? Нет. Бар. Так, не, ну вот этот ифрит, он довольно приятный. По все, босс. Смогу ли я его осилить? У меня есть полный относительно жизни. Дополнительные 60%. Ну блин, это жестяк, короче. Давай. Воу-воу-воу. Слушайте, а быстро его? Так, это хорошо. Это хорошо. Это прям отлично. Не скажу, что это было прям идеально. При входе в карту каждые 15 секунд увеличится получаемый урон на 7 и физическую на 20, вплоть до 30. Так, при входе на карту каждые 15 секунд увеличивает. А-а-а. То есть я захожу, и он будет потихоньку увеличивать, да? А что мне скинуть? Это хорошая вещь. Это хорошая вещь. Ну, получается только эту. То есть, пока я захожу на карту, у меня урон будет каждые 7 секунд увеличиваться. Это ж прикиньте, какая крутая штука. Давай тебя покачаем, чё уж. Раз уж ты равно здесь. Блин, сложно, нужно каждый раз под себя билд подбирать. Чё теперь, столник да нужен. Вот, а вот эту карту я уже не проходил. То есть, видите, первого я прохожу почти легко, второго изи, третьего я более-менее понял, что делать. А вот четвертым я без понятия, что делать. Ну, пошли. Воу-воу. Что, думаешь, сам умный, да? Ай-яй, ай-яй. О, аптечка. Ай-яй-яй, ай. Я не понимаю, где я. Все слишком сложно. Фу-ху-ху-ху, всех накидали. Не, ну когда есть урон по толпе, это прям хорошо.
Да чё ж вы не умираете-то? Чё вам всем надо втащить? Фига себе. Не, но набор способностей прям мощный. Это в топку. Это съесть надо. Вуду, что он дает? При получении смертельного урона мгновенно становится 40 азов и увеличивает магическую атаку на 8 в течение 20 секунд. Предметы исчезают после активации. Ну мне не на что тебя менять. Возможно, в следующий раз, когда мы начнем, что это такое? Сольное выступление. А, нет, так все сейчас. Здесь как бы выглядит все нужным. Смотрите, вот баф, урон. Но нет. Я не знаю, на что мне тратить. А что, приятно, да? А что, моя нога не стреляет? Давай, все-таки. Скорость важна. Вообще без разницы. Блин, такие пыли. Почему только 9 в инвентаре? Почему не больше? Плохо дело, много урона наш получаем. Я просто не понимаю, что это. Фига себе медленно восстанавливает. Но мне не на что менять, извини. О, блин, мне фонтан нужен. Боец, тоже мощная вещь, редкая и мощная. Кто здесь еще есть? На черт. Очень больно было. Короче, к нему нельзя близко подходить, да? Так, ну мясо это мы-то раскидаем. Блин, плохо. Очень плохо. Жизни все меньше. Босс все дальше. Какие-то храмовники прям. Мне нужны аптечки. Что происходит, я не понимаю. Черт. Плохо дело. Что происходит? Кто меня бьет? Я не вижу тупо из-за всей этой...
Костяк, я жизнь потерял. Блин, я не смогу пройти последнего босса. Сто пудов. Чё? Лучница, типа не подходи ко мне, я тебя убью. А, она ж типа подсветила, куда бьет, да? Слушайте, она опасная на этой сложности. Воу. Не знаю, мне кажется, я ее не сделаю. Наводящийся. Да, не смог, хороший состав, не смог. Ну, хорошо, поиграли. Всем пока.